В итальянском футболе стартовала пора плей-офф, но это плей-офф серии Б, который дает право командам побороться за третью путевку в элитное первенство итальянского футбола. И вот матч Реджины с Инзаги против Зюттироли, к слову сказать, Таранова есть у Инзаги, есть знакомый российским болельщикам Ирнани, и вот Бессоли придется остановить вот эту вот шайку, которая наделала себе проблем, а теперь пытается выйти из них с гордо поднятой головой. Я считаю, что матч вот этот, он является скрытым таким результативным матчем, хотя некоторые букмекерские конторы считают это иначе. Команды Инзаги умеют взрываться по ходу игры. Они не боятся играть лоб-флоп. И во многих случаях у них получается сминать соперника. Но они забывают про оборону. И этот фактор может сыграть на руку для команды Бессоли. Но я, опираясь на все вышесказанное, на свои личные наблюдения, предложу такой вариант. Тотал больше двух на матч плей-офф итальянской серии Б. Спасибо за внимание, друзья. Пока.